Банде Гуру Падо Дандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Нанда Саходитам Си Нанда Нанда Нанга Банде Радхика Чаруно Дайам Гопи Жанна Самайуктам Бинда Ванам Манухарам Ванша Калпатару Вашчаки Пасинду Бевача Патитананг Павне Бхавишнаве Бхё Намо Нама Мукан Кароти Вачаланг Пангунг Ланхайт Гирим Ятки Патаманг Ванде Парама Ананда Мадава Бриндавай Тулсидек Вай Пиявай Кесава Сача Шна Бхакти Паде Деви Саттваттвай Намо Нама Нараяна Намаскритта Наран Чайва Нараттама Девин Сарасватин Вясам Тато Джайо Мудир Шанкиртане Кришна Катха Упадеш Гаурия Патрашва Пракасанеча Садануракта Гуру Бхакти Юкта Бхакти Прамадакша Джагодаранья Тхейям Сада Парибхавагнам Авиштадохам Тетас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Бхеттатихам Панатапалья Бхавадипотам Банде Махапурушате Чарунаравиндам Ятпада Паллавана Качандамани Чатая Виспури джита кима пигабаваду шадарши Пурнану рагра сусайгара сайра мурти Сарадикамай када кипам кароши Шри Кришна Чайтанна Прабхунитанан Шри Аддайта Гада Дарасивасади Гаура Бхакта Винда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитанан Шри Аддайта Гада Дарасивасади Гаура Бхакта Винда Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам Хари Рам 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 Хари Аджануламбита Бхужау Канака Бодату Санкиртанай Капитару Камала Ятакшу Вишам Бару Диджавару Джугадхарма Палу Банде Джагат Приякару Каруна Бхатару Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам Хари Рам 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 Хари Аджануламбита Бхужау Канака Бодату Санкиртанай Капитару Камала Ятакшу Вишам Бару Диджавару Джугадхарма Палу Банде Джагат Приякару Каруна Бхатару Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дипа Рупам Бхуктин Ча Муктин Ча Дада Синитам Бхавану Рупе Насада Нарана Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури Нирантара Вибуши Табам Бхагам Нараяно Прияманга Мада Пахарам Баранаси Пурапати Бхаджави Шанатам Вагиша Джошва Дане
Lakshmir yasya cha bhakshasi yasya asti hidaye sambhit Tvam nishingamaham bhaji Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Sansaru Sindhu Uttarane Hidayam Jadisad Sankirtanam Ritarase Ramate Manoschet Premam Budhau Viharane Jadichitta Bhiti Chaitanya Chanda Charane Kurutan Ragam Chaitanya Chanda Charane Kurutan Ragam Sansaru Sindhu Uttarane Hidayam Jadisad Sankirtanam Ritarase Ramate Manoschet Premam Budhau Viharane Jadichitta Bhiti Chaitanya Chanda Charane Kurutanuragam Chaitanya Chanda Charane Kurutanuragam Gaudiya Goshtipati Gaudiya Goshtipati Шри Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Парамахамса Джагадгуру сказал To change the perverted taste of jivas, изменить извращенный вкус дживы крайне сложно. To change the perverted taste of all bonded souls, крайне сложно изменить их наклонности, наклонности обусловленных джив. Но это обязанность чистого преданного. Чистый преданный постоянно пытается, прикладывает усилия, чтобы изменить сознание, изменить вкусы, пристрастия, тягу обусловленных джив материального мира. Но это невероятно сложно, практически невозможно. Шрила Прабхупада говорит, что материалисты наслаждаются материей в материальном мире. Они ничего не знают о трансцендентном мире. Они не знают, им совершенно не интересно, что произойдет с ними после смерти. Если вы спросите у них, спросите какого-нибудь успешного человека, профессора, что, чего ты добился в жизни? Они скажут, я скопил такую-то сумму денег, у меня такой-то, столько-то на счету, такие-то, такая-то собственность, дом и так далее, семья. Но все это он не сможет забрать с собой в трансцендентный мир. Точнее, при помощи того, что то, что он накопил здесь, он не сможет, это не даст ему возможности отправиться в материальный мир, простите, в трансцендентный мир. Махапрабху говорит, если вы хотите совершать по-настоящему, совершать Бхагават-бхаджан, необходимо обратить внимание на эти слова. Это слова Махапрабху. Говорится, наслаждаться материей еще более страшно, чем страшнее, чем выпить яд. Если вы будете наслаждаться материей, вы не сможете продвинуться в баджане, говорит Махапрабху.
Я знаю, что многие приняли духовного учителя, но они не сделали это от всего сердца. То есть, имеется в виду, многие приняли инициацию, но полностью, до конца они не приняли вайшнавов в свое сердце. Да, возможно, внешне они сделали это, но не внутренне. Прабхупад в связи с этим приводит пример. Как обезьяна. Маленькая обезьяна, детеныш обезьяны, должен сам крепко ухватиться за нее, когда они передвигаются. Мать обезьяна совершенно не заботится о том, чтобы ее ребенок не упал. Это обязанность ребенка держаться крепко. Но что делает кошка? Кошка сама своего детеныша несет за шкуру, когда нужно куда-то перенести его. Прабхупад часто приводил это в пример. Он говорил, что те, кто полагаются на гьяну, карму, йогу, гьяна-марг, карма-марг, они, их можно сравнить с обезьянами. Я могу привести бесчисленное количество примеров, когда йоги, карми падали. Но в отношении бхакти-йоги все совершенно по-другому. Если вы на своем пути оступитесь и падете с него, вы вернетесь и начнете с того же самого момента, на котором остановились. Карма, то есть Прабхупад говорит, что карми, гьяни, их можно сравнить с обезьянами, а тех, кто следует бхакти, он сравнивал с кошкой и котенком. Мама-кошка очень нежно берет своего котенка и заботится о нем, переносит его. Это киртан, который написал Бхактивинода Такур. В нем он говорит: «Я твоя собака, я принимаю тебя как своего господина». Он написал так много замечательных киртанов. Тут говорится «Атманиведанам, я предаюсь тебе, ты можешь делать со мной все, что захочешь, я твой». И теперь я стал по-настоящему счастлив. До тех пор, пока вы на 100% не предадитесь Гуру и Вайшнавам, вы не почувствуете удовлетворения, счастья. В той или иной степени неудовлетворенность будет присутствовать в вашем сердце, пока вы не сделаете это, пока вы не предадитесь. Но когда вы полностью предадитесь, у вас не останется никаких обязанностей, не останется никаких проблем. Итак, Прабхупад говорит, что главной обязанностью чистых преданных, вайшнавов, точнее, то, что они делают из-за своей милости, они изменяют вкус обусловленных джив, извращенные пристрастия обусловленных джив. Прабхупад часто говорил, что спасти обусловленную душу из тюрьмы майи
ужасно сложно. Дурга означает тюрьма. Дурго. И обусловленная джива постоянно отстаивает свое право свободы. Она не хочет, если она и предается, она делает это до какой-то степени и не хочет до конца вручить себя Господу. Но лишь когда джива полностью предастся, в ее сердце войдет могущество, сила от Шри Гуру. Брахма получил Кама Гайатри, Брахма Бидж, Кама Бидж, Брахма Бидж. Мы знаем это из Брахма Самхиты. А затем все мы знаем о Лиле, которая произошла. Ватсахарана Лила, когда он похитил мальчиков-пастушков. Не поняв, кто на самом деле Кришна. Гьяна праяса, то есть я отказываюсь от... Я больше не собираюсь полагаться на свой ум, на свой разум. Ну как же жить, дживанти, то есть все, что у меня есть, я выбрасываю, отбрасываю от себя. Наманти здесь означает... Прабхупад объяснял, что нама означает ложное эго. Когда вы предлагаете поклоны, Гуру Махарадж говорил, их нужно предлагать очень внимательно. Гуру Махарадж говорил, что все предлагают поклоны, но мало кто знает, что это по-настоящему означает. Когда вы предлагаете поклоны, необходимо отказаться в этот момент от ложного эго, хотя бы в этот момент отказаться от ложного эго. То есть сделать его без эгоизма. All tulsi, mala, garland, all are put in the pitcher. Then you are going to throw in Ganga. Going to throw in Ganga. After that, you are going to take fresh water from Ganga. Right or not? You are going to collect, na, in a bucket or in a pitcher, you are taking all. Prasadi things. You cannot throw here and there. You go to Ganga. Когда вы поклоняетесь божествам, вы должны всю воду Ганги сливать в один кувшин, а и спустя 7 дней выносите ее на Гангу. Нельзя выливать куда угодно. То есть вода, скопленная от пуджи, after that, you can wash the pitcher, very nice with the mud, Ganga mud. Затем ковшин нужно помыть с глиной Ганги. After that, this. After that, first of all, you do this. After that, this. Then, when the water is fulfilled, then the gut is straight. Similarly, this is your gut pitcher.
То есть, когда мы предлагаем, то есть объясняется, как глубинное значение дандават. То есть, когда мы предлагаем поклоны, через нашу макушку выходят все грязные, неблагоприятные вещи из нашего сердца, а и входит все благоприятное, все благие качества вайшнава. Наманти эва, то есть я предаюсь. Эва означает. Непременно. Иритам мане гитам. When they are singing, then I can hear. Follow what is it? So сан мукха иритам. Я стану слушать харикатху из уст саду. Говорится здесь. Шот мане саду мукха иритам. Иритам мане гитам. That's сан мукха иритам. Бхавадия варта, your all glories. Бхавадия варта. Варта мане message. Бхавадия мане your. Bhava, Bhavan, Bhavadiyo, Bhavatto, all honorable word. Like in English, we say you, me. В английском мы используем you, что в переводе означается, что переводится ты или вы. Но на бенгале существует несколько способов обращения: апни, вы, туми, ты. Когда мы обращаемся к пощению, мы используем апни. И тут говорится, твое послание, слушать твою славу, о твоей славе, стханештхита. Что это означает? Вишна Чакраварти Пат объясняет, что это означает находиться в кругу саду, в окружении саду. Брахма говорит, я буду всегда пребывать в обществе чистых преданных стханештхита. Если вы совершенно бесполезный человек, безнадежный, но при этом, если вы будете станете жить подле саду, вы полностью изменитесь. Даже пусть вы самый безнадежный, самый падший человек в мире, но если вы станете жить подле саду, вы полностью изменитесь. И в противовес этому, если вы обладаете хорошими, выдающимися качествами, но станете жить в кругу негодяев, вы сами постепенно начнете деградировать до их уровня. Пример Нараджа, садхана-ситха Нараджа. В его деревню пришла группа преданных, группа саду. И, то есть пришли саду, чтобы соблюдать чатурмасью, там, остаться там на чатурмасью. И Нарада был еще совсем маленьким, но на протяжении 4 месяцев он имел возможность служить этим саду. И представляете, ему было всего около 5 лет, и его мама оставила тело. И у него никого в мире не было, кроме мамы. Она была единственная, кто заботилась о нем. Но он нисколько не расстроился. И благодаря общению с саду привело его к совершенству. Because if I stay in front of sadhu, always they can discuss with Bhagavan. Почему так важно находиться в обществе саду? Потому что они всегда говорят харикатху. Они не говорят на мирские темы. Брахма говорит, стханештхита шрути катхам.
Как я предамся Кай Ман Вакья, то есть своим телом, умом и речью, как данда. Что означает данда саньяси? Кай означает тело, то есть тело, ум и речь. То есть харикатхой и киртаном мы берем контроль над своим телом, умом и речью для того, чтобы совершать, постоянно совершать мукунда севу. Таково объяснение данды, значение данды. Махапрабху говорит: на бенгали. Триданди саньяса. За ней стоит совершенный сиддханта. Саду, совершенный преданный, мукунда севая, тот, кто совершает. То есть сада, то есть преданный принимает клятву саньясы для того, чтобы постоянно совершать служение мукунде. Бхагавата сева, другими словами. И больше ни на что не тратить свое время, энергию. Итак, это значение саньясы. Махапрабху говорит, что до тех пор, пока мы не предадимся своим телом, умом и речью, то есть это самая первая шлока Упадешамрита. Что, о чем она? Вачовигам. Если вы встретите великого преданного, который подчинил себе свои органы чувств, он гуру. Он, несомненно, гуру. Прабхупад много раз говорил о том, что невозможно назначить гуру при помощи выборов. Есть множество примеров тому, как гуру избирали при помощи голосования, а затем он падал. Так вот, если наш Рупа Госвами говорит в самой первой шлоке Упадешамриты о качествах саньяси, о качествах джагадгуру, это говорит о том, что это имеет крайне важное значение. Но сейчас мы сталкиваемся с тем, что преданные не интересуются ей. Им кажется, что это что-то для новичков, что-то для неофитов. И лучше читать Уджвала Ниламани и другие возвышенные произведения. Но Прабхупад объяснял Упадешамриту на протяжении всей Картики на берегу Радхакунды. Все Картика Врату, Пуршоттама Врату, он, кажется, это была Картика, на протяжении Картики Врата он объяснял Упадешамриту. И он дал очень сокровенные комментарии на нее. И в наше время высокомерие преданных достигло такого уровня, что они считают оскорблением, когда им указывают на то, что необходимо изучать Упадешамриту. Потому что считают это чем-то, что предназначено для новичков. Я знаю, Бхагаван, что твое имя Аджит. Аджит — тот, кто не может быть побежден.
тот, кого невозможно победить. Однако преданные могут сделать это. Они могут победить твое сердце. Бхагаван не отличен от своего сердца. То есть его сердце есть Бхагаван. Но для этого необходимо начать бхакти-йогу. Но бхакти-йога не дешевка. Как вначале я сказал, если вы хотите плавать в океане трансцендентного блаженства, вам необходимо начать свой путь бхакти-йоги. Если вы этого не хотите, вы можете делать все, что вам хочется. Махапрабху дает нам самое первое условие. Те, кто по-настоящему хотят совершать бхагавата-бхаджан, должны очень серьезно отнестись к тому, чтобы избавиться оградить себя от стремления к деньгам, славе, почету, женщинам, противоположному полу, неблагоприятному общению и так далее. Что означает йошит? Это не говорит только о влечении мужчины к женщине. Женщины также могут испытывать недозволенное влечение к мужчинам. Это говорит о... И это свое наставление он показал нам на собственном примере, когда отверг Чота Харидаса. Поскольку Махапрабху находится в сердце каждого в форме параматмы, он отверг Чота Харидаса. На самом деле Чота Харидас не сделал чего-то страшного. Он, как мы знаем, отправился к Мадави Деви Дасе, чтобы принести от нее рис. Но у нее была служанка, очень хорошенькая. И Чота Харидас не сделал ничего недозволенного. Он просто в его сердце промелькнула мысль. Но так как Махапрабху находится в сердце каждого, он узнал об этом. Когда Махапрабху вкушал уже приготовленный рис, он спросил, откуда этот рис? От Мадхава Деви Даси. А кто принес его? Чота Харидас. Когда он завершил просад, он отправился в Гамбира Мандир и сказал Говинде: «Говинда, с сегодняшнего дня, с этого момента, Чота Харидас не должен входить в мою комнату. Позаботься о том, чтобы он здесь не появлялся». Целый год Чота Харидас ждал, что Махапрабху смилостивится. Нитьянанда, Рамананда Рай просили Махапрабху изменить свое решение, но Махапрабху был неотступен. Махапрабху говорил: «Мой ум не подчиняется мне. Тот, кто принял отрешенный образ жизни, и в то же время делать нечто подобное, я никогда не приму такого человека». Итак, спустя год Чота Харидас отправился на место слияния Ганги, Муны и Сарасвати, и там покончил жизнь, бросился в священные реки, в священную воду рек. И Махапрабху спросил, затем Махапрабху спросил, где Чота Харидас? И преданные сказали ему: он ждал целый год, что ты смилостишься, но когда он понял, что этого не произойдет, он отправился в Тривени Сангхам и там покончил с собой. И тогда Махапрабху сказал эти слова. Произнес эти слова с улыбкой. Тот, кто вступает в Йошит Сангу, приняв отреченный образ жизни,
это правильное искупление. То есть то, что он сделал, это должное искупление такого греха, такого отступления, такой ошибки. Но, как мы знаем, то есть это сказал Махапрабху, который прекрасно знал все, что делает Рай Рамананда. Рай Рамананда лично наряжал Деви Даси, юных девушек, умощал их маслами, наносил на них косметику и обучал их танцам. Но Махапрабху никогда не делал ему ни единого замечания, не имел к нему никаких претензий в отношении этого. Когда Прадюмна Мишра захотел услышать Харикатху из уст Махапрабху, Махапрабху сказал: «Я ничего толком сказать не могу, лучше иди к Рай Рамананде, и он тебе расскажет Харикатху, даст тебе Харикатху высшего класса». Он пошел к нему и долгое время ждал, когда Рай Рамананда освободится. Но затем, когда прошло уже много времени, он понял, что все это время Рай Рамананда находился в обществе юных девушек и помогал им наряжаться. И он с отвращением ушел из этого места. И потом, когда пришел к Махапрабху, Махапрабху спросил: «Ну как, ты услышал Харикатху из уст этого великого преданного?» И Прадюмна Мишра был смущен и все рассказал. Но Махапрабху сказал: «Ты ошибаешься. Иди туда вновь и услышь Харикатху из уст этого великого преданного». Он сказал: «Лишь Рай Рамананда имеет такое могущество, такую силу, чтобы осуществлять такое служение, как он делает, обучение Давидаси. Даже я, будучи саньяси, испытываю волнение в сердце при виде даже деревянного изваяния женщины». Он говорит: «Я называю себя саньяси, но у меня нет подобной силы, как у Рай Рамананды. Даже от одного имени женщины я испытываю волнение в сердце». Кто не испытывает влияние женщин? Кто при виде женщины не... В Бхагаватам говорится, что ни с матерью, ни с сестрой, ни с дочерью мужчина не должен находиться наедине. И много подобных нехороших ситуаций происходило, случаев, когда это правило не соблюдалось. Мы не можем доверять нашему уму. Обусловленная душа настолько ее так легко могут соблазнить эти моменты, что мы не должны доверять самим себе. Мы должны строго следовать этому правилу. Мужчину можно сравнить с маслом, а женщину с огнем. Когда масло нагревается, оно тает. То есть огонь плавит масло. Поэтому женщины есть много случаев, когда женщины соблазняли мужчин. Итак, вы можете объяснить, почему Махапрабху отверг Чота Харидаса и не испытывал никакого гнева, никакого недовольства по отношению к Рай Рамананде? Рай Рамананда служил юным девушкам
с концепцией, что он служанка Радхарани, что он служит служанкам Радхарани. Несмотря на то, что Рая Махашая был в мужском теле, он в сознании всегда, то есть его он был в сознании служанки Радхарани, то есть он делал это в настроении служения Радхарани. Мы хотим понять, что такое бхакти-йога. И мы должны, для этого нам необходимо понять все нюансы и все сокровенные истины. Так вот, на Рай Махашая не могли оказать никакого влияния юные девушки. Он не мог соблазниться ими. И это не далеко не единственный случай. Еще один пример. Сидда Махатма, Кришнадас Бабаджи Махарадж. Когда я жил на Сурья-Кунде во Вриндаване, там жил Мадхусудан Дас Бабаджи Махарадж, ученик Кришнадас Бабаджи Махарадж, также был Сидда Махатма. В Камьяване жил еще один Сидда Баба на берегу Вималла-Кунды. И когда я совершал там парикраму, я всегда останавливался там, спал на земле. Пока вы не начнете, то есть прежде всего вы должны понять, что вы нищие, что у вас ничего нет, тогда вы сможете начать баджан. Сможете совершать парикраму. Часто преданные, когда пытаются совершать парикраму во врадже, сталкиваются со множеством препятствий, проблем. Кого-то кто-то начинает болеть, у кого-то колючки в ногу впиваются. Но необходимо милость Бутешвара Бабы. Прежде всего, необходимо предложить ему поклоны, вознести ему молитвы, попросить благословения от всего сердца и затем приступать к парикраме. Больше я не совершаю такие парикрамы, как прежде, теперь я стал джентльменом. А раньше я как нищий, я вел образ жизни нищего. Спал на земле, питался мадхукари, которые мне давали браджаваси. И сейчас я бы с радостью вернулся к такой жизни. Так вот, Кришнадас Бабаджи Махарадж 200 лет назад один царь одного из штатов захотел устроить проверку Кришнадас Бабаджи Махараджу. Что он сделал? У него была прекрасная царица, самая красивая. И вот он ее привлек к тому, чтобы устроить проверку Кришнадас Бабаджи Махараджа. Она была нарядно одета. Когда Бабаджи Махарадж слышал звук браслетов, которые носят на руках женщины, он услышал звук этой царицы, звук браслетов. У него волосы на коже встали дыбом, потому что он тут же начал, то есть это была как удипана, которая напомнила ему о Радхарани. То есть его сразу же накрыло глубинными бхавами. Итак, Махапрабху заявляет, что Рай Рамананда единственный, кто может находиться в обществе юных девушек
и даже непосредственно служить им и не испытывать никаких волнений в сердце, потому что его тело трансцендентно. Материальная кама не может прикоснуться к его сердцу. Джаганнат Валабната. Это драма, написанная, поэма, написанная Рай Раманандой. И каждый день, когда Джаганнатха отправляется, готовится ко сну, Деви Даси танцует перед ним. В Муктинатхе, в Непале, тоже есть Деви Даси, они Гарвария. И Деви Даси, которые танцуют перед Джаганнатхом, они чисты. Они полностью посвятили свою жизнь Джаганнатху и не выходят замуж. Ведут очень чистый образ жизни, они дали клятву, и они танцуют перед Джаганнатхой. И когда он Джаганнат отправляется ко сну, храм Джаганнатха закрывается, они танцуют перед Джаганнатхом. А затем они, после того, как исполнят свой танец, также покидают храм. И Рай Рамананда написал поэму, по которой написал сценарий, чтобы затем он обучал этих Деви Даси, как им нужно танцевать, исполнять этот танец. Танец — это особое искусство. Вы знаете южноиндийские танцы? Это очень высокое искусство. Каждая поза, каждое движение рук, даже движение пальцев передает особое настроение. И Рай Рамананда обучал их этому. И Махапрабху был очень доволен таким служением Рай Рамананды. Итак, мы должны понять, что такое бхакти-йога. То, что есть у тех, кто идет по пути бхакти-йоги, нет у последователей гьяны, кармы. То, чему нас, что нам дает Махапрабху, чему нас учит Махапрабху, недоступно другим. Последователям других путей. Махапрабху вел очень чистый образ жизни. Он никогда не наслаждался с женщинами. Он лишь, его жизни была лишь Вишнуприя и Лакшмиприя. И я хочу выпустить книгу о Вишнуприе с замечательной Сиддхантой. Но жизнь очень коротка, и у меня очень много служения. Итак, вчера мы говорили о том, что другие пути, при помощи которые ведут к тому, чтобы доставить удовлетворение Бхагавану, не так надежны, как путь бхакти. Зеленый сигнал. Это тот момент, когда мы можем начать, когда врата в бхакти откроются перед нами, распахнутся. So those pure devotees, they don't like to go out of town. They feel comfortable, more practical. Jiva Goswami Bhatt
преданные не хотят покидать Дхаму. Джива Госвами Пад никогда не хотел покидать Дхаму, так же, как Рагунада с Госвами, после того, как они пришли туда, они не хотели покидать ее. Рупа Санатна. То есть они пришли туда и уже никогда не покидали ее. Вначале, по наставлению Махапрабху, действительно, Рупа Госвами пришли, а Санатна Госвами Пад, и затем они были вынуждены уйти по наставлению Махапрабху, но затем они уже пришли навсегда. Рагунатха с Госвами был в Пури, как мы знаем, затем он отправился в... Он был с Махапрабху, а затем он отправился во Вриндаван. И уже никогда не покидал Вриндаван. Акбар Ватсар, царь, обратился к Дживе Госвами: «Пожалуйста, помоги, приезжай к нам. Сейчас идут большие дебаты по вопросу того, кто более возвышен, Ганга или Ямуна». Джива Госвами сказал: «Я не могу, я не могу покидать Дхаму». Акбар Ватсар настаивал: «Я могу устроить самую быструю колесницу для тебя и сделаю так, чтобы дороги были пустыми, и чтобы ты приехал всего на час-два в мое королевство. И тебе не придется там ночевать». Ну, и Джива Госвами был вынужден согласиться. Он прибыл туда, в то место, состоялся дебат, он доказал, он сказал: «Ганга, несомненно, святейшая река, но Ямуна не может сравниться с Гангой, потому что она принадлежит Кришне». Кришна женат на Калинде, а Калинде, как известно, когда-нибудь я расскажу об этом более подробно, в Ямуне. На самом деле нет разницы между Калинде и Ямуной. Мы иногда Ямуну называем Калинде, в шастрах есть это упоминание. Однако все-таки какая-то небольшая разница существует, и об этом мы поговорим позже. То есть Кришна женился на Калинде, то есть на Ямуне. И можно сказать, что Ямуна является сваруп шакти Бхагавана. Когда буду читать прославление Шримад Бхагава, там вы поймете. Гопи рыдают от разлуки с Кришной, но Ямуна... Так вот, то настроение, которое проявляет Джива Госвами Пад, называется Дхамаништха. Гададхар Пандит, например, также дал клятву, что он не покинет Пури. Но он был вынужден из-за глубочайшей привязанности к Махапрабху. Когда Махапрабху ушел, он пошел за ним. Но это не оскорбление. Хотя он и думал, что он совершил оскорбление, нарушил свою клятву. Он поклялся, что не будет выходить за пределы Пуршоттама Кшетры. Но он был вынужден нарушить свою клятву из-за Джаганатха. Кто есть Джаганатха? Это сам Гауранга Махапрабху. Когда мы нарушаем свои клятвы ради Джаганатха, в этом нет никаких проблем. Господь говорит: если кто-то грешит ради меня, если кто-то ради меня нарушает правила, это хорошо, в этом нет ничего плохого.
Но если человек пренебрегает мной ради ритуалистической деятельности, ритуалистических обрядов, в этом нет ничего хорошего. Я такое служение не принимаю. Итак, прежде чем приступить к преданному служению, необходимо приготовить почву. So, if you are going to add fuel to fire, you cannot expect that the fire can extinguish. Similarly, we unnecessarily. Если вы будете подливать масло в огонь, он не потухнет, он будет лишь увеличиваться. И мы, как глупцы, пытаемся наслаждать свои органы чувств, ждем, когда наши материальные желания прекратятся. Нам необходимо сосредоточиться на том, что внутри нас, а не том, что снаружи. Мы, как слепцы, ищем наслаждение снаружи, в то время как все сосредоточено внутри нас. Итак, минимум, что нам нужно, хотя бы обрести, хотя бы со всей серьезностью отнестись к бхакти. Мы, гаудии, следуем бхакти, особому бхакти, который принес Махапрабху. Мы, гаудии, почему мы должны следовать кому-то еще? Мы следуем тому пути, который указал читание Махапрабху. И в отношении этого мы должны быть очень осторожны и внимательны. Мы сможем следовать по этому пути лишь по милости Гуру и Вайшнавов. Никакие личные усилия нам не помогут. Bhagavan not speaking about ordinary bhakti. That contamination is there. Oh, kamana vasuna. Otherwise, why Bhagavan speaking? Bhakti mama urjita. Bhakti urjita. Dari. So, now Bhagavan wanted to establish his siddhanta. Though Uddhav having idea. Not that Uddhav is a foolish man. Because otherwise, why Bhagavan going to accept Uddhav as an acharya? First point, Bhagavan has taken determination that Uddhav is an appropriate personality whom принял решение, что Удава acharya in place of сможет in place of me заместить его после его ухода из материального мира. То есть, представляете, Удава сможет заместить верховную личность Бога после его ухода из материального мира. Удава — единственная подходящая личность. Но прежде чем уйти, я должен дать ему дар знания. В его сердце уже была према, поскольку Кришна отправил его во Вриндаван, и там он встретился с Враджаваси. Банде нанда бхаджастинам падарену мавикнаса
Джасам Харикатад Гитам Пунахати Бхаванатраям. Джасам Харикатад Гитам Пунахати Бхаванатраям. Who is speaking? Uddhav. Чьи-то слова? Это слова Уддавы. Он говорит, я хочу прославлять, я хочу совершать арати, я хочу прославить пыль с их лотосных стоп. И это прославление очистит весь материальный мир. Out of their ecstatic feeling of love, Bab, Mahabab, Radharani. At that time, what kind of mood I have seen? Что я видел, в каком состоянии находились гопи в разлуке с Кришной, я никогда об этом не забуду, говорит Уддава. Это за пределами моих самых, моих представлений. Как это возможно? Разве такое может быть в материальном мире, такая любовь? Они обезумели, они умирают от разлуки. Они всячески выражают свою прему, према Удгар. Их состояние неописуемо. Никогда это... Уддава говорит, что я никогда не забуду то, что я увидел во Врадже. Итак, мы, как Гаудия преданные, должны... это их состояние сделать... своей целью. Я сейчас не говорю, что завтра вы должны стать гопи. Нет. Когда? Это наша цель. Это наша цель. И когда-нибудь наступит день, когда мы действительно обретем ее в одной из наших жизней. Кришна Бабаджи Махарадж, один из представителей нашей Гуру Варги, вошел в Сакхярас, то есть в лилы, как друг Кришны. Как я уже говорил, в сердце каждой дживы своя индивидуальная сварупа. То есть, так или иначе, и в нашем сердце своя индивидуальная сварупа. Но если мы смотрим на вершину Эвереста, мы будем идти вперед, мы будем идти вверх и дойдем до своего места, даже если он ниже, чем это. Даже если это место ниже, чем верхушка Эвереста. Цель должна быть четко очерчена. Прабхупад, Гауранга. Бхактивинода Тхакур всего 2 часа спал. Всего 2 часа в сутки спал, а все остальное время повторял святые имена. Когда мы будем жить так же, когда у нас будет такое стремление к нашей цели, Бхактивинода Тхакур учит нас через свой киртан. Это замечательный киртан. Когда я обрету такое состояние, когда это произойдет со мной, когда я достигну твоей лотосной стопы, я обещаю, что лишь благодаря одним киртанам Бхактивинода Тхакура и Наротама Тхакура вы обретете все знание, все сознание, лишь совершая киртан, который написали эти 2 великих вайшнава. Много преданных, которые не изучали никакие писания, кроме как совершали киртан. Бхагаван очень любит киртан. А эти преданные достигли совершенства.
Бхактивинода Тхакур на берегу Сарасвати целыми днями воспевал святые имена и глядел на, смотрел на Сарасвати. И Прабхупад также там провел много времени и много писал там. Итак, Бхагаван говорит Удаве: Удава, даже самый низкорожденный человек, собакоед, может очиститься благодаря бхакти-йоге. Даже самый низкорожденный человек может очиститься. Очиститься при помощи бхакти. Завтра мы продолжим, завтра Экадаши. Все мы должны хорошо следовать Экадашаврате. Sankirtanam ritarase ramate manosche Vemaham budho viharane jadi chitta bhiti Chaitanya chanda charane kuruta anuragam Chaitanya chanda charane kuruta anuragam Vancha kapata vishya kipasindu bhavishya Patitanan pavane bho vishya bhyo nam